Kommode, was gibt's hier? Und guck mal, Amina. Amina, weißt du was? Jetzt kommt Katie auf die Sonne. Здравствуйте, мои хорошие, мои прекрасные девушки, красавицы. У меня Аминка сегодня решила все-таки делать еду. Хай. Хай. Вот. Сейчас, думаю, опять буду ее подталкивать. Ну, скажи, алло. Все. Так я не могу. Это не для меня. В общем, мы свои шмоточки перерыли. Мы решили сделать видос. Вас вам волнует, махом я видео. Dress. Мы делаем видос с платьями. В общем, я свое самое любимое платье не нашла. Вот так хорошо спрятала, что не нашла, не знаю, что искать. Я не вкус. Sagst du nicht? Willst du irgendein ein Kleid nehmen? Willst du auf mein Platz? Nein. Na komm. Nein. Na komm. Nein, ich will doch. В общем, все платья я сюда бросила. И мы начинаем видос, а то у нас ничего не поместится. Сейчас будем все тряпки переворачивать. So, dieses Kleid haben wir hier. Nur als Warnung, wir haben zu viele. Я говорит, вас предупреждаю, у нас их много. Тряпок много, платьев-то мало. Да. So, dieses Kleid. Dieses Kleid ist, платье это от Mango. Оно такое, Ямайка oder so. Ну, такое, 50-х годов стиль с кармашками, а? Это vom letzten Jahr. Застежками с деревянными пуговичками. Не, не хлесосья, фолесосья. Ему уже 2 года. Вот. Оно такое хорошее-хорошее было платье. И оно... Ну, мама, wie sieht damit aus? Du hast mal gesagt, dass ich aussehe damit wie... Erinnerst du dich nicht mehr? Nee, italienische Mutter, die Pizzaback. Erinnere ich mich, wenn du es anziehst. Она мне тогда сказала, ты выглядишь как итальянская мама, которая пиццу печет. Ну, вот такое вот оно, да? Ностальгия, ностальгия. И такое с узором эти цветы Гавайи, гавайские, да? Гавайские говорят. Вот. Это Гавайи блюдо, да? Очень мы это платьишко любили. А что, деньги тратят? Я. Она его тоже один раз, но в основном я его носила. Оно действительно делает хорошую фигуру. У меня где-то на Инстаграме есть эта фотка. Но я Инстаграма больше не веду. Что-то мне неохота. Wollen wir den Kleid da packen? Dann packst du so lang und ich hier. Вот. Ой, das ist ja nur schlimm. Тут у меня фальшу. Тут такое платье. Его вообще еще никто не носил. Это вообще куплено вот на ту жару, потому что была жара страшная. Это не Kleid, aber sehr durchsichtig. Ну, говорит, очень прозрачное. В общем, его никто не одевал. Wirklich durchsichtig. Туда надо нижнее это самое. Если их плитить. Ну, мы не дошли до него. Короче, не дожили. Смотрите, платит от H&M. Вот такое. Ну, наверное, еще поносим. Оно как пляж. Эдну сталь, да. Еще, говорит, не носили. Наверное, красиво. Ну, погладить его надо. В общем, сушено. Все будет надо. Не Магитра. Вообще никто не носил. Вот, говорит, ты его носила или нет? Так, бросили. Это платье, о боже мой, это платье от Веру Мода. Я его купила за 29 евро, но оно было уцененное, оно еще было больше. Но оно мне так хотелось, потому что все ходили вот с этими платья с запахом. И тоже как итальянская мама выгляжу у нее. Тут запах, тут такой этот самый, завязочки. Тут запутаешься, но одеть можно. И вот такие вот горошки были же в моде, да? В общем, wie alt ist das Kleid? 2 года этому платью. Ich glaube, das ist auch von 2018. Да. Вот когда эта мода пришла, viele Kleider gekauft. Все прямо носили такие платья, и вот я его купила в Веру Мода. Тоже делает хорошую фигуру, кстати. С запахом все еще в моде, эти горошки все еще в моде, так что носить это можно. Это будем носить, и оно не мнется. 100 лет, да? О май гад! Вот такое у нас платье есть, тоже погладить надо. С кармашками. Это платье в H&M. Это, говорит, для этих, для монашек. Платье для монашек. Бедные монашки. Супер. Такое, говорит, скромненькое. Скромненькая с открытыми плечами. Мне оно очень нравилось. С черными вещами носить. Тоже где-то в Инстаграме. Я его на работу все время одевала. Когда была такая сильная жара. Когда была жара, мы носили эти веера.
с веерами, была жара синющая. Und gut für die Tage, wenn man ein wenig aufgebläht ist. Ой, это тоже надо погладить, это просто я не знаю что. Oh, da hängt sogar noch ein Preisschild. Цена еще висит, цена висит. Мать умудрилась ценой поносить. Я же не замечаю, так и хожу, да? Стоило оно 39, я его за 15 купила. Вот, вот жизнь, да? Это платье еще, кстати, есть в оценке, по-моему, онлайн. Оно застегивается, оно очень хорошее, платье-халат. Мне оно очень... Я его носила, блин, я с этой штукой носила. Ну, я такая, да? Ничего не заметила. Быстро, быстро. Нет, den habe ich getragen. Ich habe sogar Video gedreht. У меня есть видос, я в этом платье была, да. Я его еще и летом носила. Ich habe sogar ein Preisschild. Я так часто не замечаю, бегаю. Так. Тоже хорошее платье. Оно из Лиацеля. Такое хаки цвет в моде. Такое платье у меня еще есть. Вот такое платье. Kennst du das Kleid? Ja, aber ich fand es nicht so schön, als ich es gekauft. Мне, говорит, оно не понравилось, когда ты его купила. Сзади у него застежечки на пуговицах. Оно от Tom Taylor. Aber ich hatte so eine Bluse in der Art. Я, говорит, такую блузу у меня. Hat mir das schon gereicht. Tom Taylor Denim. И мне оно очень понравилось. Красным и совсем таким. Тут пуговицы. И я его уцененным купила. Оно мне стоило 25 евро. А до этого оно было 40 чем-то. Вот такое. Хлопок. Она говорит, оно, это говорит, как жирная тетя. А что мне, я такая, да? Я уже это самое не стройно. Это говорит прекрасно. Это платье от H&M. Вообще, это можно носить как юбку. Вот так, длинная юбка, да? Но можно и как платье. Вот, оно такое воздушное-воздушное. И оно мне так понравилось. И потом его у нас разобрали. И я его, конечно, купила. Или принцессы. Как принцесса. Можно как юбку длинную до пола носить. Ой, оно такое помятое. Это итальянское платье. Оно из шифона, и внутри у него там хлопок вискоза, подклад. Ну, оно впереди короткое, сзади длинное. Да. И его с такими сандаликами вот можно носить, с шляпой. Штранд. Штран. Ну, пляж. Ну, штран чуть, да? Но оно стоило 65 евро, блин. За сколько я его купила? Я его купила за 20. Я еще... Оно стоило 30, и мы что-то с ней посмеялись. И она мне его даже за 25 или за 24 продала. И, в общем, еще даже дешевле его купила. Так. Дешевое было. Это платье с подкладом. Подклад не знаю, где надо найти. Это должно быть унтердинг. Да, говорит, у него подклад. Я с него сейчас. Это от Pieces, марка Pieces. Платье тоже было дороговостенькое, но я его купила за 29 евро. В общем, уцененное. Оно стоило счета 40 с чем-то. Это шуйная фарба. Да? Красивый цвет такой. Такой из такой старой розы. В общем, нам обоим подходит. Подклад такого же цвета где-то это самое лежит. Но надо найти. И мы еще все не выкопали. Она уже в своей комнате все понавешала, а я сняла и в своей комнате. Мою половину я еще нашла, короче. Так, а, мы все меняем. Все... Некоторые носим, некоторые нет. Das Kleid hatte ich doch zu Silvester. Я, говорит, это на Новый год одевала. Я... Das mag ich. Это платье такое длинное. Kleopatra-mäßig. В этом стиле. Это я купила вот осенью в H&M. С таким вот низом. Тут запах тоже, но это все зашито. В общем, очень классное платье. Обалденное. Рукава такие. Так, тут мы его все оборвали, все это мы уже поносили, да? Also in dem Kleid fühlt man sich, als wäre man reich. В этом платье, как ты чувствуешь, как будто ты богатая. Птички сидят. Das hier noch. Das mag ich. Ja? Ich habe zwar noch nie an, aber ich mag es. Это платье из H&M. Оно такое тоже стиль итальянский, с такими плечиками маленькими. Тут такое, это самое, как, ну, как встречная оборочка такая. И immer ein schwarzes Kleid. И оно очень странит. Ну, просто вот девочка-девочка в этом платье. Оно такое льющееся. Kleine schwarzes. Черное, да, маленькое черное платье. Очень приятное такое. Мне оно так нравилось. Оно было не дешевенькое, но я его тоже на оценке где-то схватила. И я уже не помню сколько. Но я его обожаю, вот его театр носил, вообще здорово. Их так можно одеть, вот я в такой день, когда черное хочется одеть, можно кроссовки одеть, можно шлепки одеть, сумочку и пошла.
Вот это платье я обожаю. Одно мое любимое платье. Это сейчас очень все лет, в прошлом году все покупали такие платья в разных цветах. А у вас это первая мода, да. Да, и мы их носили это с таким коричневым кожаным поясом. Ich wollte es, sie wollte es. А я, говорит, это хотела, она не хотела. Dann fand sie es toll, wie immer. Потом, говорит, она это, потом ей понравилось. Ich wollte größere Größe haben, oder billiger. Я хотела, чтобы размер был побольше или подешевле. Sie wollte, dass sie warte, dass es billiger wird, aber dann wurde es so schnell ausverkauft, dass sie es dann doch... gekauft hat. Ich habe es in der größeren Größe anprobiert. Du hast die kleinere gekauft, aber das Kleid ist auch riesig. In der Größe, die ich anprobiert habe, bin ich ein bisschen untergegangen. Но такое широкое, так что ничего страшного. Это платье вы, наверное, в старом видосе видели. Кто меня вообще смотрел? Цена все еще путается. Оно такое классное. Вообще, вообще классное. Тут с бантиком. И оно, кстати, еще есть в интернете онлайн. Ой, оно, я его обожаю. Вообще люблю такие принты. И оно тоже длинненькое. Ну, не так, что по полу. Ну, нормально. И тут такой красивенный бант. Такой широченный. Вообще классное платье. Сейчас я так рада, что мы в платье все-таки оденемся. Нам же можно гулять. Мы уже поносили платьишки. Это самое, которые тут висели с ней. Сегодня мы без платья. Это вы видели, это я вам показывала. Это новое платьишко. Это знали, да? Я. Это вы видели? Шли кто-то. Das ist deins, ne? Это Минкино платье. Das hatte ich aber auch noch nie an. Wie? Das hatte ich noch nie an. Das hast du da. Ah, das hat doch andere getragen. Du hast ja, das hatte ich noch nie an. Aber ich habe doch angezogen. Ach ja, da bist du ja unten. Ja, его купила. Да, я его ей купила. Das ist nicht ganz schön. Ну, мне так нравится такое весеннее, его тоже надо погладить. Это штапель, да? Sind eigentlich ein bisschen zu klein dafür. Wieso ist das so klein? Ich meine, wir sind von der Ding. Das Kleid ist ganz schön groß. Ich meine, wir sind. Ach so, dir ist okay, wenn du Plateau hast. Ach mir so. Ist das so. Und wenn ich Gürtel habe, если пояс, то можно подобрать, то ничего страшного. Так. Это вы тоже видели. Das ist jetzt habe ich ihn. Я купила осенью. Я? Оно плессировано. Оно такое классное. И цена. Люди добрые, цена болтается. 12 евро. Das ist echt brav. 39 стоило. Я его уже одевала на Новый год, я его еще осенью одевала. Вот, в общем, я в нем худыла, но я с поясом его одевала, я так его присбаривала, и было нормально. Окей, как там это? Не без пояса. Ну, дома без пояса. Вот. И я цены вообще это самое оставляю, да? Я такая умница, что я цены забываю просто, хожу так. Когда мне кто-то скажет, я оборву. Мне подруги обычно говорят, у тебя цена болтается. Чупит, не отрываешь. Я забываю просто. Так. Hast du diese Kleider auch gekauft? Es ist neues. Hast du nicht gesehen? Она его не видела. Это платье я тоже сейчас купила и вам показывала. Класс. Это от Vero Moda. Платье от Vero Moda. Стоит оно. Я его за 20 купила, оно стоило 39,99. Вот. Оно тоже из плотного хлопка. Сейчас такие платьишки в моде. Сейчас, кстати, есть H&M тоже такие. Я хотела заказать, только заказала, оно пропало. Бежевое. Да. Что делать, да? Я его люблю. Так, вот, у меня еще такое платье есть. Вы представляете? Кот цыганска. Вы знаете, это же флешклайд. А? Оно, у меня такая блузка есть и такое платье из этого материала. Очень классное платье вообще. Обалденно. Это только большие блюзы. Да. Оно стоило 30 евро, по-моему. Но я его купила за 10. Ну как не купить, да? Это ее платье. Это она его носит. Я его купила, оно стоило 19 евро. Вся эта коллекция была такая красивая. И оно не было оцененное. Я его сразу купила. Оно было не так. Как говорит фея. Это ее платье. Вот его платье нету пояса. Это от Broadway. Оно стоило 60 тоже с чем-то. Но я его купила, по-моему, за 20. У него еще синий пояс с пряжкой. Синий с оранжевым. Но я не знаю, где. Что-то уже оторвалось, да? Но такое платье. У него там три подъюбника, короче. Цвет такой красивый. Тут хлопок, а тут
не знаю где, упала, да? Вот, от марки Broadway. У меня куртка есть от Broadway такая, пилотцовская, все такое. Там. Тут хлопок внутри и сверху шифон. Ой, это платье мы носили. Мы носились, там цены нет. Но я и с ценой ношу, я такая же. Уже носила в видосах тоже в платье, которые цены были. Это платье Аминка любила. Я его один раз одевала. Станец, да? Очень такой девчачий. Я не помню, сколько она стоила, но она тоже была. Вот это платьишко. Кстати, мое любимое платье найти не могу, не знаю, где лежит. Оно все в этой вышивке. Все такое белое, а вышивка, но... Ой, что-то оно, не знаю как. Смысл, да. Это платье тоже такое классное. И оно тоже было недорогое, 19 евро, и в прошлом году, весной. Я его тоже купила. Такое вот. Очень классное платье. Вообще с кроссовками, очень удобно. Очень классное платье. Да? Это зуба, весеннее такое, все еще можно носить, все это очень здорово. Так, это я сейчас купила, показывала. Я его вам еще не одевала, я же хотела одевать, да? Цену уже отодрала, успела. Это кто-то отодрал, или Аминка, или кто? Она всегда, ей не нравится, что цена нервничает, отдирает. Платье очень классное. Оно есть в онлайн, Patchen M, но его тоже у нас позакупили. Да, из Интвас. Что-то какое-то пятно попало. Я записала видео за. Так, вот это платье еще не выбросили. Хотелось выбросить, но оно так стройнит, вы знаете, и цвет такой зеленый. В общем, в жиру оно классное. Тоже такая ткань штапель от H&M. И в нем выглядишь вообще стройной. С шлангмах, да? Yeah. Вот выбросить не можем. Тотально фотосвайл. Я, говорит, его купила за 2 евро. Его оценили. Сколько помню, не стоило. Ну, классное платье. Не знаю, мы его любим. Так, это тоже было H&M. Вот это платье тоже очень красивое. Такое, знаете, с кроссовками носить. Вообще. Вот эти штуки надо обрезать. Но ведь у нас ума не хватит. Ким Кардашьян Клайд. Даже Ким Кардашьян платье. Я, говорит, его только не носила. А у меня задница толстая. Вот это я любила. Это я носила. Это H&M. Я грабила. Ну, оно такое красивое. От Lodge, от H&M. Стоило 39, по-моему. И я его купила за 15 евро. Да. Ой, как я его поносила. Оно так красиво смотрится. И засюбшно. Так что, опа, за... Оно вот так вот. Я тоже где-то в Инстаграме в нем. Вот это платье тоже H&M. Ну, как я H&M люблю, да? Вот это платье классное. Сейчас, кстати, вот к нему еще есть пояс. Ну, где оно лежит, я не знаю. Найду еще этот пояс. В общем, поясок, но можно и свой пояс сделать. Оно очень классное, это платье. Вообще. И сейчас есть онлайн в такой, в голубом. Мне оно тоже нравится. Голубого цвета. Вот этот вот стиль, оно прям, я не знаю... Очень классно с поясом, с оборкой. И цвет ich такой бежевый. Ich find's schön. Ich find's okay. Я читаю окей. Вот это я тоже люблю. Это вот с этой с вышивкой, с дырочками, да, платье. Оно все-все вот из этой вышивки сделано. И оно черненькое. Тоже H&M. И тут такие 2-3 оборки. Так классно вот эти оборочки. Просто обалденно. Ich mag das. Ich mag das. Это не шлюстый. Говорит, как будто крыса прогрызла. Анинка же такая. Надя, за что? Я говорю, не весело. За что? Не мак тас. У нее проблема, что там много дырочек. А мне нравится, потому что такая вышивка Ришелье. So hübsch. Все еще в моде эта вышивка. И платье такое, знаете, оно не по талии, оно вот так немножко широковато, так красиво из-за этого, и вниз так расходится. Ну, можно по талии сделать, если пояс. А я без пояса, так вот мне нравится. А у нас ли кладите? О, это мы любим обе. Это у нас любимое платье. Сейчас опять такого фасона много в H&M. Другие цвета. Она и шортами носит. Она и шортами его носит. А я его с кроссовками носила. Тоже видосик где-то его одевала. Классное платье. Мы его любим. И вот такое, знаете, такое шерченное, хорошее. Love it. Все еще тренд. I love it.
Das ist dein Kleid, das du getragen hast. Das, ja, das. Это она себе купила сама. Das habe ich mir auch extra wegen meinem Geburtstag gekauft vor... Я себе... Nachdenken. Drei Jahren. Vor drei Jahren, drei года. Такое вот. Das ist so schön. Тут еще das разрез. Hat so einen Schlitz. Очень, да, я, ja, такой вот... Das ist so romantisch. Das ist so romantisch. Оно мягкое-мягкое. И вот такие открытые плечи. Все еще можно открытые плечи носить. Еще не запрещено. Ой, мне так пить хочется. Das Kleid hat sie sich gekauft. Ich hatte da kein... Welche Kleid? Das, was jetzt kommt. Это я. Ой, как я его носила, я его обожала. Это жару, да? Смотрите, тут завязки, в общем, вот такое. Желтое, обалденное. Оно как сатин, как атлас. Скользящее, широченное, обалденно. И вырез вот такой круглый. По краям, да? Очень классно. Я прямо его обожаю. И буду носить с удовольствием этим летом. Ты говорит, как это, как ангел, как божественная биби. Ну, вот это греческая немножко. Туника, да? Вот это тонго. Есть это? Тонка. Тонга? Я, конечно. Вот такое платье, господи, оно вообще, это для жары, да? Платье из хлопка для жары от H&M. Ну, просто такое. Софьюги цена. Цвет яркий. По-моему, его уценили, я его за 7 евро купил. Das ist dein Kleid. Я его тоже носила. Обожаю это. Это ее платье, но я его тоже носила. Обалденное, обалденное. Это слава Нью-Йорка. Плиссированное. Да, это от Нью-Йорка, да? Это платье от Нью-Йорка. Нью-Йоркер. Ну, у нас это... Смак их, хаб я ауан мэн бутсак. Да, тут такие... Мэн бутсакскляри. С ее дня рождения. Тут на груди вот так вот оно немножко так. Тоже у меня на Инстаграме есть, она в нем была. Macht auch eine schöne Figur. Я его тоже носила, честно. Мы же меняемся. Это... Это ресторан Астубитран. Я... Это Аминкино вечернее платье с бархатом, с кружевом, она его туда... С такими толстыми каблуками на подошве. Помню, как-то пришла ко мне на работу, приковыляла. В ресторан хотели, ждут папа с этим. И мы пошли, и она потом себе ногу натерла. Пока про городу прошлась, мы еще в... А, не я. Я ей была... Wo du kamst, wo wir wollten, war ich nicht, war nicht auf Arbeit. Du warst in Vero Moda drin. Ich war schon nach der Arbeit bei Vero Moda. Я уже с Vero Moda и с девками, с продавщицами болтала, короче, с девочками. И dann kam ich da rein und sie hat erstmal mich nicht mal erkannt. Она зашла, я не узнала. Я думаю, что за такая дама? Она на таких каблуках, на такой платформе, сверху такой черный этот самый кардиган. Это, aber zur Verteidigung, meine Haare Красота. Waren da auch ein bisschen kürzer. Und ich hatte doch diese Strickjacke auch drüber. Yeah. Und meine Haare waren da hintern, es sah aus, als hätte ich so Bob. Ага, она волосы назад, и как будто волосы короткие. И мы с ней такие стоим, разговариваем с продавщицами. Я их знаю, мы часто там. И мы так все посмотрели, говорит, смотри, какая мадам зашла. Она так подходит поближе, никто ее не узнал. В этом виде. А потом ныла, так ноги натерла. На этих, я вообще не люблю такие каблучища. Это платье мы любим обе. Любим, да? Че? Это от Vero Moda. От Vero Moda вот такое воздушное, очень хороший хлопок, и он такой весь как бы мятый, такой структурированный. So die perfekten Kleider, wenn man schnell einfach schnell raus will oder sich schnell fertig machen will und sie sind. Это говорит, перфектное платье, когда надо быстро выскочить и что-то на тебе одето. Вот это и моя любовь. Шлибидискай. Она тоже, мы любим обе. Это тоже от Vero Moda, это обалденное платье. Очень Man kann sich so schön damit drehen, das hat so einen Schwung. Оно прямо крутится, и когда очень сильный ветер, оно летит прямо выше головы. Она всегда одевает такие длинные ритузы, Радля, чтобы не видно ничего. И сзади у него на всей спине вот так вот подсобрано, на всей спине вот такая вот резинка. Сверху. Как это называется? Очень классное платье. И оно такое шелковистое. Мы его так любим. Это у нас любимое платье. Все, люди добрые, платье качаются. Ты снова. Это джинсовое. Это тоже от Vero Moda. Vero Moda? Да, это Vero Moda. Я. Но зимей. Это мой зимей. Вот. Такое, да? Джинсовое платье. Ну тут вырез, да? Тут сзади и вот такие вот рукава. Вот das war's. И все. Все наши платьишки сегодня. Целая кучка. Да, да. Вот.
Это у нас самое любимое, самое пышное платье я еще не нашла. Если я его найду, покажу. Зо. Was haben wir noch? А, кстати, я сейчас искала еще некоторые. Я это платье думала, я найду, и мы его покажем. Но я его не нашла. Но знаете, что нашла? Сейчас, das hier gefunden, wo ich weiß, das bleibt gut. Я уже шопись в своем углу. Шкафу нашла, пока платье искала. Вот такие шлюпенцы. Прямо Гуччи-Муччи из Хадженел. 38-го дня. А? Я просто... 38-й, хотя 37-й были малы. Вижу. Дразни мне ту клайн. Ты ту клайн? Ну, тогда все для мамочки. Я просто за вас 39. Тогда я покурю. Я таких шлепок уже года 3 носила разные. У меня много старых, много. Вот. Ну, красный с джинсом хорошо, да? Можно тоже. Птички прилетели на балкон. Вот. Hast du gesehen, was ich hier gekauft habe? Hast du das gesehen? Она еще ничего не видела. Она мои видосы не смотрит. Ich dachte, das hast du schon alles gezeigt. Ja, dir nicht. Ich habe das alles schon gesehen. Wo? Ich muss nicht zeigen. Ich habe das schon gesehen. Hast du schon drin geguckt? Genau. Antifaltencreme, ja. Ah. Ich kenne das schon alles. Нет, она никогда не смотрит. Раз я посмотрела, я думала, она не видела, хотела ее сейчас увидеть. Hast du den gesehen? Das ist meine Farbe. Мой цвет, говорит. Das ist gut. Ich habe nämlich vorhin diese komische Nivea Baby Creme von dir da benutzt. Das ist wie Pichinke. Viel zu dunkel für mich. Ich sah aus wie so eine Tomate. Ja? Viel zu dunkel. Oh! Hier ist mein gutes Kuchen. Hast du das gesehen? Das ist... Das finde ich schön. Das Primer. Ich glaube наши кучки платья, все платья показали. Я раньше просто ставлю. Was gefällt dir denn da? Кристо, твое это самое. Weiß ich noch nicht, muss ich ausprobieren. Я сейчас нашла одно интересное цвета. Foundation wird mir gefallen. Foundation мне понравилось. Zum ist meine Farbe. От Revlon'a, мой цвет. Я хотела ее удивить, она уже все знает. Ты мое видео какое-то? Yeah. Das Schicksal einer Rothaarigen muss immer die hellste Make-up. Шикза. Судьба красноволосой, говорит, рыжеволосой. Всегда нужно светлый мейкап. Да, я тоже люблю светлый мейкап. Здесь написано, wenn du immer die Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß. Если ты всегда будешь... Ich suche mir einen aus. Warte, ich habe so nicht übersetzt. Смотрите, там три енота сидят. Если ты постоянно будешь слушаться законов, ну, то, что тебе говорят, то все твои удовольствия... Ты не заметишь, ты проживешь, и у тебя не будет в жизни удовольствия. Господи, я как перевожу, а? Ну, вы поняли. Надо все-таки тоже своей головой думать, да? Не только слушаться. Ой, мне пить хочется. Мы сегодня же воскресенье, нечего делать, просто вообще никуда ничего. Ну, мы накрасились, пошли погуляли на солнце. Оделись, дошли мы до заправки. Оттуда. На солнце. Куда идти? Цели-то нет, ничего нету, все закрыто. Дошли до заправки журналов. Мы купили, я сидела журнал, сейчас смотрела. Какой классный журнал смотрела. Сладости были. Сладости купили. Jede Sekte man sich über sich erringt und wie die Sonne aufkam, der Furcht und Fürchte hinter sich zu lassen, öffnet ein Glänzlein. Hast aber lang, muss ich übersetzen. Нашла такое длинное переводить. Каждая победа, которую над собой, когда ты себя побеждаешь, которую ты, каждая победа над собой, это как солнечный восход, который страх и страхи все и за собой оставляет и открывает бесконечный горизонт. Из Тибета. Поговорка. Синдас. Тибетанская поговорочка. Такая поговорочка, цитата. А, du hast eine Zwillingskette. Ich bin Zwillings, ja. Du hast auch so eine Kette. Ich weiß nicht, was у нее это другая, у нее золотая цепочка, у нее там ангел. А у меня это тот самый, как его? Zwilling, как Zwilling? Близнец, да? Близнец. Was wolltest du? Kannst du doch vorlesen, Mama mia. Komm. Heiterkeit kann kein Übermaß haben, sondern ist immer gut.
Вухты шпину. Хорошее настроение. Хай такая, такой человек, который всегда радостный. Никогда не бывает много. Вера, это сказать? Вухты шпиноза. Шпиноза, я спиноза сказала. И смешно выглядит. Финн свой лёстик. Спинозу она знает, но ей имя Барух смешно. Смотрите, что. Какая красивая вещь, да? Так красиво. Je mehr... А, und je freier man atmet... Je mehr liebt man Theodor Fontane. Ja. Чем самое свободнее дышите, тем больше живёте. Вот. Сейчас в такое время нам свободно не дышится, потому что нас со всех сторон вот так вот да, составляют, да? Давайте все равно на это не обращать внимания и дышать свободно. Я вчера начиталась новостей и вообще плохо спала, и у меня такое лицо сегодня было. И от плохого этого самого с утра я столько наелась, вообще вчера от стресса столько наелась вечером, что это нехорошо, я уже стресс заедаю. Поэтому я целую неделю никаких новостей не читала, но вчера меня приспичило. Я трынк стул. В общем, все, мы наболтали. Всех с ума свели. Целую кучу разбирать надо опять. Желаем вам всего хорошего. Ай. Виска у вас за. Ничего не хочет сказать. Ничего не хочет. Человек ничего не хочет говорить. Вот. А, кстати. Типа крапайтеса. Я гастушон. Бай, бай. Давай заканчивай, я уже все закончила. Девушки красавицы. Загма, халю, царина. Ну, за халю, царина. Халю, царина. 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 Насагма. Алло. Цариночка, привет тебе, да? И мамочка Аза Горчакова. И всем дорогим, дорогим девочкам, подписчицам. И Даурочка, привет тебе. Мы сегодня с тобой говорили, писали, да? Что такое воскресенье, что тошно воскресенье. С утра было. Раз? Я уже три раза сказала, бай, ты говоришь, не окончила. Ну все, я заканчиваю, а то на это самое. Ала. Все, да? Всех люблю, целую.